следующая песня будет называться «Дождь». У нас сегодня много сочинений Константина Кинчева. «Дождь». Потом будет «Мое поколение». Просто поделю немного. Сейчас «Дождь». Ну, как бы, на самом деле, конечно же, Костя Кинчев просто подсказывал группе «Битлз», что и как сочинять, чтобы потом, как бы, переводить их песни, мешать местами ноты и сочинять свои. Усыпляет бдительность разговорами. Да. Наливайте, пейте, отдыхайте. Водка с сон уже была в первом отделении, чем лучше, поэтому теперь во втором. Песня «Rain», группа «Битлз». Чем больше вы пьете, тем лучше вы звучите. Видеоряд. Спасибо. Простая концовка.